шайбу Салавата Юлаева. Отличный прорыв. И счет матча открыт. Ну, посмотрите, разве это не жуткий удар? Макаров в окружении трех соперников. И потом еще диалога мог помешать. Но как-то нехотя возвращался к своим воротам. За ворота, и не получилось у Лисина выйти на оперативный простор. Но шайбу подбирает Семен Кислолат Юлаева ненадолго. Атака 2 в 1, бросок, и шайба в ворота! Хлыстов, красавчик, перехватили обрез, и вот вам, пожалуйста, завершение. Макаров умница. Забросил шайбу и организовал. Сборная, правда, хорошо. Был чемпионом Швеции. Брюнс. Был вратарем года в АХЛ. В общем, противоречивые сведения о голкипере Салавата Юлаева. Толкнули в спину. И передача на клюшку сопернику. Опасная атака. Заход на ворота. Гарипов в порядке. У 67-го номера Салавата Юлаева. Архипов рвется по краю, не пускают его в центр. Акбарсов пытается в концовке периода что-то любопытное придумать. И знаете, что интересно? Не получается сегодня противостояние шведских форвардов. Пока не получается. Но Мюллер и Умар еще скажут свое веское слово. Я в это верю. И да! Акбарс сокращает разрыв в счете. Отличный бросок у Мюллера, и он застал врасплох своего соотечественника. Лисин присоединился к партнерам. Бросок не точный. Бросок. Простим у Мусина, у него неточность. Он молод, он юн. Из обороны от Барса. Галяр. Шагрян. Пас на Мюллера. Бросок Диалоги мимо цели. И все-таки шайба залетела в ворота. Шаган отличился. Поборолся до конца центральный нападающий. И смотрим повтор. Шайба вроде бы под щитком. Светерка малорезультативно. На мой взгляд, нет. Было какие разные периоды, есть интрига, и Светберг пожарит, отбивает шайбу прямо перед собой. Смотрим проход Обухова. Бросил, попал Светберга. Светберг поискал шайбу у себя между щитков. Была задумка, чтобы автомобилист сыграл со Спартаком в Турине, но не было гарантии с итальянской стороны. Я не знаю, какого рода должны быть гарантии. Ну и сейчас время такое, что не жируют. Не жируют клубы, и Барса тут проворачивает отличную атаку. Архипов пустился в пляс, обыграл Светберга и положил шайбу в ворота. Отличный ответ Дмитрию Макарову. Похожие шайбы, правда, у Дмитрия Макарова было более серьезное сопротивление, но его тезка ответил в третьем периоде отличным проходом. Выбирает шайбу Макаров. Попадает в сетку на внешней стороне. Диалога. Рвет оборону, бросает и скидывает руки вверх. Ух, красавец Салавата сегодня. Представляете, сколько он накопил спортивной злости. Гол и результативная передача. Салавата есть горнолыжный курорт. Бросил из-под Гончарова. Ну, такое ощущение, что шайба была на ребре. Или все-таки... А вот с этого ракурса, кажется, что перекладина, да? Такие обманчивые впечатления. Включает громкую связь Алексей Анисимов. Взятие воротной защиты. Ну да, вот с последнего ракурса все было видно отлично. Они в атаке. Кольцов пошел на обострение. Пустые ворота Салавата Юлаева. Шайба не пересекает синюю линию. Пас. Пас под бросок.
Вишневский стреляет, добивание, спасает команду Гарипа! Отстегнул щиток, голкипер от Барса. За то, что они ведут себя сдержанно и не удаляются. Он бороться, сражаться пока не может. Пусть и уступает всего в одну шайбу. Умар! Гол! 3-3! Бросок от синей линии. Николай Прохоркин зарядил от души. И Григоренко создал помеху Гарипову. Поэтому он снарядил на бросок Николая Прохоркина. И это пятый пас Кольцова в нынешнем сезоне. Почти что гол. Сейчас в овертайме. Денис Хрустов — великолепный буллетмейстер. И в последнее время он штормит и смирит. Сейчас он должен спасать и должен ускоряться. Как правило, медленно начинает свой проход к воротам. Ванил Ткачев, а потом ускоряется. И классный забивает. Ворский отключился. Разбег шведа. Неторопливо идет на ворота. Ложный замах. И не попадает! Не попадает! Пустые ворота Мюллер! Я более пустых ворот в своей жизни не видел! Серии после матчевых бросков. Все поправимо. Бросает. Бесхитростно сыграл. Не стал приближаться в предыдущем случае. А сейчас попробует. Пауза и гол! Умар! Забивает победную шайбу. 4-3. Победа Салавата Юлаева в зеленом дерби. И я анонсировал шведскую дуэль. Да, Мюллер забросил в основное время, но не смог принести победу своей команде в серии после матчевых бросков. А Умар приносит бонус.